Получили новые цвета трехнитка на флисе. Это цвет пыльная роза. Трехнитка теплая. На теплые трикотажные изделия. На осень, зиму подходит. Это костюмы спортивные шьют, свитшоты. Хорошо получаются жилетки теплые. Любая трикотажная спортивного кроя одежда. Платья теплые. Тянется по ширине рулона. Так умеренно тянется. Вдоль кромочки не тянется почти. Плотность 280 грамм на метр квадратный. Такой не очень прям толстая, а такая мягкая, приятная на ощупь. С изнанки мягкий, 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 нежный ворс. Флисик. Флисовый такой. Очень мягкий, нежный, приятный. С лицевой стороны гладкая поверхность. Будет ли она кашлатиться, мы еще пока не знаем. Обычно у нас такая же трехнитка, то кашлатиться очень-очень совсем немного, не критично. Мы обычно получаем хорошую трехнитку, которая очень или вообще не кашлатится, или совсем слегка. Мы еще и эту проверим тоже. Партия новая, не могу точно утверждать. Ширина 1,80 м, как обычно у трехнитки у нас на флисе. Очень мягкое, приятное качество, очень приятное. Остальные цвета вы можете посмотреть у нас на сайте. Все видно, которые у нас в наличии. Есть, все видно на сайте. Цвет пыльная роза, нежный, немножко приглушенный. Очень хороший оттеночек пыльной розы. Детские костюмы шьют очень хорошо, свитшоты. Детям шьют эту трехнитку прекрасно. И в носке, и к телу. И все. Всегда нравится наша трехнитка, очень хорошая.